Известные артисты, в трудный момент покинувшие свою страну, шокировали сегодня российскую общественность неожиданным решением. Алла Пугачева, Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Леонид Агутин – это далеко не полный список артистов, которые уехали из России с началом спецоперации. Все они нелестно высказывались о России и мечтали начать новую счастливую жизнь за рубежом. Однако что-то пошло не по плану. Алла Пугачева делала ставку на своего супруга Максима Галкина и на его концертную программу в Израиле. Но, к сожалению, в связи с последними событиями концерты сорвались, и люди сдают билеты обратно. А тут еще ссора с миллиардером Михаилом Прохоровым, который являлся главным спонсором звездной семьи. Буквально на днях российские корреспонденты в Израиле взяли короткое интервью у Пугачевой и Максима Галкина и поинтересовались, когда же они вернутся в Россию. Максим Галкин лишь потупил голову, а Алла Пугачева заявила, что вернется в Россию 1 сентября. Официальная причина возврата – детям надо учиться в школе. Однако, как стало известно, если Алла и вернется, то вернется вместе с детьми, без Максима Галкина. И на то есть веские причины. В связи с последними трагическими событиями в семье, у Аллы и Максима отношения испортились, стали более прохладными. Коллеги и друзья артистов поговаривают и вовсе страшное, что звездная пара стоит на пороге развода. К тому же на Максима Александровича в России возбуждено уголовное дело за распространение фейков о спецоперации, и путь на родину ему закрыт. Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич сказал честно, что его бизнес-проекты на земле обетованной не приносят прибыль, концерты отменяются и, как следствие, нет финансового достатка. Однако Андрей Вадимович успел быстро переобуться. Теперь он уже вместе с Россией и в ближайшее время планирует вернуться на родину. Леонид Агутин, Анжелика Варум, Семен Слепаков, Борис Гребенщиков тоже неожиданно полюбили Россию и воспылали любовью к своим зрителям. Хотя совсем недавно они оставляли гневные посты по поводу спецоперации в России. Как считает общественность российского шоу-бизнеса, причина массового возвращения звезд в Россию – это финансовая недостаточность. Планы артистов не сбылись, денег они не заработали, и их взгляды вновь обратились на Россию, которую совсем недавно они закидывали камнями и произносили грозные слова отчуждения.